champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say. Фестиваль «Гинзен» организован впервые в Одессе за поддержкой городского совета и Одесской ярмарки. Принимают участие порядка 15 участников. Да. Есть участники с Одесской ярмарки, есть люди, которые приехали с области, с Арцизского района, с Измаила, привезли с собой натуральные вина, вина Бессарабии. Вот. Готовят они на основе каждого своего рецепта. Думаем, что все-таки у нас это все получилось, и мы хотим это сделать традицией нашего города. В дальнейшем думаем, что это все будет развиваться, расширяться, у нас все будет больше, людям это нравится. Секрет нашего глинтвейна в хорошо подобранном вине, в его температуре, также в специях. Специи это особенно играют важную роль, но мы не раскрываем, какие специи бросаем, потому что это секрет, иначе наш глинтвейн не будет самым вкусным и таким оригинальным. Также немаловажно это фрукты в глинтвейне. Это могут быть как просто яблоки, так и яблоки и цитрусовые. Глинтвейн мы готовим на натуральном вине. Мы используем полусладкие и сухие вина. Добавляем только натуральные специи и фрукты. На этом все. Можете попробовать. У вас какой-то особый рецепт? Чем отличается ваш глинтвейн, например, от соседей? Мой глинтвейн отличается от соседей однозначно тем, что он на натуральном вине. Мы сами изготовляем вино, у нас свои виноградники. Нашими партнерами является винородная станция «Дуло». Приглашаем пить вино. Одесситы, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам здоровья и благополучия.